Загадочное исчезновение Лосяша. С самого утра в школе смешариков творилось что-то странное. Вместо того, чтобы тихо скрипеть ручками в тетрадках, ученики скакали по школьной поляне, размахивая линейками и тетрадками. «Куда же смотрел их учитель?» – спросите вы. В том-то все и дело, что учитель их – знаменитый ученый Лосяш. Но, впрочем, давайте по порядку. Сегодня утром Крош, Ёжик и Нюша пришли на первый в своей жизни урок математики. Все было как обычно. Парты, доска, учительский стол, но чего-то явно не хватало. Чего-то очень важного. Учителя нет. Первой догадалась Нюша и тут же испугалась. Может быть, он заболел, схватил насморк? «Точно! Лосяша схватил насморк, большой и сопливый!» – радостно подхватил Крош. «Что за чепуха?» – подумала Нюша и, строго посмотрев на Кроша, сказала. «Лосяш уже большой, его так просто не схватишь. И вообще, хватит ерунду болтать. Лучше сделайте что-нибудь, джентльмены!» «Придумал!» – подпрыгнул Крош. «Мы отправимся в экспедицию на поиски учителя!» «Куда?» – опешили ежик с Нюшей. «Да вот хотя бы!» – Крош на секунду задумался. «К большой сосне!» Все повернули головы и увидели, что мимо большой сосны шагает Пин. «Два магнита есть, три шестеренки есть, нужна еще одна гайка», – бормотал Пин, загибая перышки на крыльях. «Ух ты, как здорово! Пин считает!» – восхищенно прошептал ежик. «Считает!» – Крош задумался на секунду и тут же закричал. «Мы нашли учителя! Привет, Пин! Лосяша нет, поэтому теперь наш учитель математики ты!» Пин опешил. У него на сегодня были намечены совсем другие планы, но... Смешарик смешарика в беде не бросит. Пин вздохнул и пригласил школьников в свою учебную мастерскую. В мастерской стоял полумрак. Только в центре комнаты мигала разноцветными кнопками новенькая гайкоделательная машина. Ученики застыли в изумлении. «Вот это кнопки!» – прошептал Крош. «Давайте их нажмем!» «Конечно, нажмем!» Обрадовался Пин, который никак не мог придумать, с чего бы начать. «Начнем наш урок. Сейчас мы будем включать машину и делать первую гайку для моего нового изобретения». Машина заработала со второй попытки. Внутри нее что-то зафырчало, раздался лязг железа и повалил пар. «Что это?» – испуганно пробормотал ежик и попятился к двери. «Не волноваться, это производится гайка», – успокоил его Пин. Крош с ежиком подошли поближе, а Нюша, наоборот, отошла подальше. Машина ей совсем не нравилась. Оглядевшись в поисках чего-нибудь красивого, Нюша заметила в самом дальнем углу гору листочков. «Ой, какие раскрасочки!» – прошептала она и достала свои новые фломастеры. «Найн!» – замахал крыльями Пин. «Это не раскраски, их нельзя красить. Это мои фигурные чертежи». «Для изобретений. Был прямоугольник, я над ним подумал, и получился прямоугольный холодильник». «А это тогда что?» – нахмурилась Нюша, помахивая листиком. «Новая крыша для Копатыча?» «Да, новая треугольная крыша из треугольника», – закивал Пин. «А у меня какой-то странный чертеж», – пробормотал ежик, разглядывая свой листок. «О, майн год, как это сюда попало?» Пин захлопал крыльями. «Это не чертеж. Это портрет моей любимой круглой бабушки. Бабушка тоже фигура, круг». Услышав про бабушку, Крош отключился от машины и переключился на чертежи. Он выхватил у Пина чертеж бабушки и во все глаза уставился на него, потом почесал за ухом и с важным видом сообщил. «Рама для портрета тоже фигурная, квадратная, из квадрата. Это простой чертеж. Дайте мне что-нибудь посложнее». «Посложнее?» – задумался Пин и достал самый нижний, пожелтевший листок. «Вот этот чертеж даже я не смог закончить. Не получается».
Получается, что из любого чертежа что-нибудь да получается, обрадовался ежик. Значит, фигура прячется в любом предмете. Да, фигура очень хитрый, заважничал Пин. Прячется везде. Пин так увлекся разглядыванием фигур, что совсем забыл, о чем был урок. Круглую бабушку помнил, ее фирменное варенье из сосулек помнил, а про урок забыл. И снова гайка-делательная машина выручила от своего создателя. Она вдруг перестала фырчать, раздалось клац-клац, и на пол посыпались какие-то железяки. «Ой, какие колечки блестючие!» – пискнула Нюша. «Можно я из них бусы сделаю, а то мои старые надоели уже». «Это не колечки, это маленькие гайки», – пояснил Пин. «Все мои изобретения держатся на гайках. Гайки бывают разные. Большие – для больших изобретений, маленькие – для маленьких. Изобретатель должен различать большую и маленькую гайку, сравнивать и всегда выбирать правильную. Вот». Тут Пин умолк, не зная, что добавить. Но ученики и так были всем довольны. «Ну все, конец уроку», – радостно сообщил Пин и тут же смутился. «А что делает учитель в конце урока?» «В конце урока учитель придумывает домашнее задание», – подсказал Крош. «Хм», – задумался Пин. «Сейчас придумаю. Сейчас-сейчас». «Придумал. Найдите большой и маленький предметы и сравните их». Ученики со всех лап бросились домой. Им очень хотелось побыстрее выполнить задание и снова прийти в школу. Прибежав домой, Крош нашел два мяча – большой для футбола и маленький для тенниса. А ежик сравнивал кактусы. На кактусе побольше весной появятся голубые цветочки, на кактусе поменьше – желтые. Чтобы выполнить домашнее задание, Нюша разобрала свои бусы – на большие бусины и маленькие. Оставшись один, Пин залез в холодильник и попытался придумать следующий урок, но урок никак не придумывался, потому что перед глазами Пина кружилось его новое изобретение – УПС-8. Помучившись и повздыхав, Пин вылез из холодильника и отправился на поиски настоящего учителя Лосяша.